Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из Закарпатья! Хотела сказать солнечного, но, увы, дождливого. Впереди горы курят, все в дымке. На улице прохладненько. Почему-то температура воздуха здесь холоднее. Ну, не почему-то, а потому что у нас горы. Утро у нас началось назначение врача. Пошли в санаторий, купили себе курсовку. Назначили нам процедуры. Врач назначал. Рая, у нас был заслуженный врач Украины, как оказывается, да. Массажи, всякие пенки, коктейли. Добрый день. А сейчас мы идем на ванны. Ванны мы делаем мышьяковые. Аппарат, ну и так далее. Читает ящик. Огромный перечень. Да? Ага, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы. Очень много пользительности всякой. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Раньше сюда приезжали космонавты. Делали всякие эти процедуры, эти ванны мышьяковые. Мне повезло, я буду первая сегодня. Вот такая ванна. Ее наполнят. Минеральная вода мышьяковая. Она добывается из глубины 38 метров. Мы с угловой. С угловой хорошо, да? Да, с угловой. У кого грыжи? Налили мне уже ванны. Белая пока еще, а она потом пожелтеет, будет желтая. Ну все, я пошла. Вот видите, я пробыла 20 минут. Вода пожелтела, немножко так поплохело, ну как после ванны. Немножко кружится голова, а так все нормально. До 20 минут. Я даже считаю, что мне 15 минут достаточно. У кого крепкое сердце, тот может и 20. Ой, фу, вышла на улицу. А на улице дождь уже лепит. Вот такая погода изменчивая. То дождь, то солнце. Через полчаса может выйти солнышко. Фу, хорошо после ванны. Прекрасно себя. Особенно, как после сауны. Сейчас полежим, а на 2 часа у меня массаж. Массаж обычный, а уже завтра там какой-то другой массаж. Надо почитать. Так что каждый день занят у нас. Только бегаем по кабинетам. С одного кабинета в другой. Кислородную пенку сегодня попили. Так что подлечим свое здоровье. Ой, смотрите, как красиво. Дым идет. Горы. Ой, ну, село-село. А вот уже наш дом. Все очень близко. Санаторий рядом. И где ванны мы проходим, тоже рядом. Такой насыщенный воздух. Вот прямо чувствуется насыщение кислородом. Ой, вот это наши окна. Ой, а что там внизу? Еще вниз я не ходила. Посмотрим сейчас с вами.
беседка, наверное, можно. Барбекю, шашлыки, качельки. Ой, как тут хорошо. Вообще прекрасно. Цивилизация. А горы курят, горы курят. Фу. Можно посидеть, покачаться. На свежем воздухе. После такой ванны. Ванная была как после... Такое ощущение, как будто бы после сауны. Понравилось. Завтра идем опять. Мы же не зря сюда приехали. Ой, а вот там прямо аж на горе дом. А я видела, сегодня утром женщина спускалась. Видимо, там на горе живут. Вот там видно белая точка. О, домик. Домик в деревне. Вот так, друзья. Сейчас будем готовить борщ. Будет у нас на 2 дня что покушать, потому что целый день в процедурах. И все, бегом-бегом. Еще надо поехать воды набрать. Поедем на автобусе, который идет в санаторий. Бесплатный автобус. Наберем водички и назад. Попробуем, что такое мышьяковая вода. Вообще надо в интернете почитать рекомендации и все остальное. Ну хорошо, друзья. Прощаюсь с вами. До новых волнующих встреч. Увидимся в следующем видео.